Хайо, гайс, с вами Шимики, и да, это у нас вторая часть. Так, он стал медленнее, у нас появилась тень. Теперь он делает кольцо из рук. А если вы не смотрели первую часть, скорее всего, она где-то вот под моим пальцем там наверху. Это хлеб, игра называется хлеб. Так. А, йоу! Подождите, это что, новогодняя серия? Это что, мне придется трешак выложить аж на Новый год? Ну, я просто смотрю по шапочке, вот, смотрите, вот. Вот, я ее трогаю. Ладненько. Прикольно. Давайте смотреть, что здесь. Как обычно, у нас довольно странная рисовка. Свеча. Лёни. Фрэш хим. Так, хорошо, телевизор. О, ключ. А, похоже на ключ. А, хлеб. Камень в банке. Чё? О, make to snake. And so our story starts. И эта история рассказывает о Тосе, да, снова. Why would they have done this? Just after bedtime too? Когда пытаешься позавтракать, tomorrow, when your day starts, утром, you must get some apple juice. И там что-то скушать яблочко. Too. Ты пытаешься приготовить хлеба. Два. Это нас Брэд Ту. Смотрите. Джошуанс Геймс. Окей. Мы с вами спим на полу, походу. О, а теперь у нас новая шапочка. Это новый день у нас, да? О, песик появился. Это прикалывает. Игра. А, смотрите, а какие различия у нас уже с вами наблюдаются в геймплее? Первое. А поле разновидность дома появилось. Ну, то есть обширился дом, походу мы куда-то переехали, да, в новый дом жить. А ну, собака с нами переехала. Привет, песик. А, пэт доги. Питомец собак. Звуковые эффекты появились. Появилась озвучка, появились анимации. Ну, в первой части тоже были анимации, но в основном в первой части из анимации было это улыбка. Ну чё, погнали на улицу, смотреть, тут даже пишет, что когда наводишь. Ну, погнали. Так, мы вышли из нашего дома. Вау. Персона. Thanks for talking to me. Чего? Alright, thanks for thanks for talking to me. Окей, так, смотрите, у нас два варианта. В нас появилось... Ни хрена у нас... Это чё, НЛО? Это чё там, НЛО? Подожди, там что-то сверху. Мне нужно, походу, паркурить, забраться наверх, потом платформу и куда-то наверх. Ребята, чё это за вред? Ну я вижу нашего друга... Нашего друга здорового. Походу только тот гопник, который у нас тогда хлеб пытался забрать, разговаривает. Так, бандюги тут уже нету. О, еще один приятель. Йоу. А, он просто бегает. О, нихера себе! Подожди, 3D машина? Серьезно? Знаете, такое стоит, короче, всякие семерки, блядь. И здесь такая вум-вум, блядь. Это что, БМВ? Да не похоже. Пиздец. Закрыто. For a long time. Закрыто на долгое время. Окей, так, давайте что-то сделаем иначе. Пойдем в город, понятное дело, за хлебом. Походу, нам куда-то придется на небо подняться за хлебом. Я пока что это так вижу. Но остались все равно старые. Так. City. Pop people. Популяция людей. О, Рэндалл.
What? Хорошо. А подожди, а ты кто? А, Ренсон. Alright, thanks for, thanks for talking to me. Почему ты хочешь поговорить со мной? Что он говорит, типа того? Девочка пицца, чёрт. Короче, адская пицца девочка. Окей, у нас появился город, и он обширный. Мне это нравится, мне это очень нравится. Ни хрена там в здании, ребята, это чё-то с чем-то. Так, погнали сюда сначала, в горки. Что это? А, это отражается облако. Так, запрещено. Сода. Yes. А, его машина ездит. Лоф. Программист. Что он сказал? Программист? Так, я думаю, нужно в дорогу пойти. Либо пока что сюда пробежимся. Посмотрим. Игра мне нравится. Игра довольно классно сделана. А, все, тупик. Ее очень сильно обширили, это сразу заметно. Было прикольно бы, если бы мы сейчас снова бы в магазин зашли, а там, знаете, сори, хлеба больше нету, типа того, кого же, типа того. Enter Nini Hotel. Бубс Бургер. Это, скорее всего, Бабс Бургер, а ссылочка на Боб Бургер, да, закрыта на очень долгое время. It hurt a little bit when I got bit. I can't imagine. Worker. Yeah, I'm working. Did you get like I'm a construction worker. So leave me alone. Yeah, I. Да, я работаю. Я работаю долгое время. Hi, I'm Austin, and I'm a construction worker. Yeah. Ральф, подожди, Ральф, Ральф. О, подожди, там еще кто-то есть. Кто тут спрятался? Оу-оу-оу-оу-оу! Мне эти ребята не нравятся, нужно текать отсюда. Так, серьезно, здесь паркур будет? Так, и мне паркурить предлагают с хотела. В отель, получается, мне нужно зайти. Либо отсюда начать, типа, с платформ. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Click to arm. Ой, аж зафризило. Yeah. What is your two biggest shops in our town? А ты кто? Нейт Кур. Так, вам заправить машину. О, здравствуйте. Head gas impulse. Hi, welcome to Head Gas. We got gas and burger. No, we got gas and we got... Enter Head Gas Store. Магазин. Так, магазин, походу, сюда переехал. Шапок у нас. О, чипсы. Глаза какие-то продаются. Ну, добавились тени, слушайте, это прикольно. Helpful man. Why do we only have one manhole here? Like, I mean, we kinda need more for the sewage system. Also, I heard that there's something going on down there. Maybe you can go check it out or something. Окей, так, очередные чайники с ложечки продаются. Хлеба нету, погнали. Отсюда. Так, там у нас тоже ничего нету. Давайте зайдем в бургерную. Заметьте, она еще перешла из 2D в 3D анимация. Сколько? Я в конце еще держится. О, мелочи нету. Ладно, go to shop. С тобой все в порядке. Это шпагат он все. А, знаешь, такой... Я понял. Злой мужчина. Ну, why don't we just, like, dump...
onions all over my burger. I can't eat them. Like, stop. When there's like three guys back there, they really need to like restaff or something, cause this is ridiculous. А, я понял, подождите. Типа, тонкий бургер для девки, двойной. Просто двойной огромный бургер. А для этого? Так и это двойной. Почему в моем бургере так много лука? Разве нельзя ложить меньше лука? О, привет, приятель, ты из магазина сюда перешел? А, вы тут вдвоем сюда перешли. А там повар котлеты метает одной лопаткой и рукой. А там еще их трое, ни хрена. А так, Gamer Palace, игровая комната. Adventures Awaims. Good Friend Studios. Rabbit. Ерорная игра какая-то. Fast Boy. Быстрый мальчик. О, отсылка на первую и часть хлеба. Что тут еще есть? No Signal, Santa's Rampage. Hi, you can hear me? Oh, привет, ты слышишь меня? They bought me for some reason and I can't, I'm kind of stuck here, can you maybe, just walk away and pretend like you didn't see me because I kind of like this place, I don't want to leave. Привет, how are you? Так, это Armor Rabbids, как раз эта игра, да? Какая-то... Давайте посмотрим, что здесь вообще за картинки. Скорее всего, может быть, от этого разраба я сейчас сыграю в эту игру, но это, скорее всего, обычный платформер. Проходной. А, огромная вафля у нас встречается. Да, это платформер, сразу видно кубики. Видны контишки. Опасные зоны, хорошо. Это жизнь у нас слева внизу. И огромная картошка какая-то. Ладненько, что здесь у нас? Ну, понятно, она играет в мою игру. Бойк. OST. Просто ерорная. Окей. Меню. Двинг. Оружие за 8. Я понимаю. Видишь, знаете, такой приходишь в Макдональдс, такой... Дайте мне, пожалуйста, эпик бургер. Соду и оружие, пожалуйста. Типа, знаете, вместо игрушки, блять, оружие покупаешь такой, а потом стоишь за стройкой с пистолетом. Вот так оно и случается. Вот так вот оно и случается. Так, у нас еще есть здесь здание. Мне интересно вот две вещи. Я могу пойти отсюда. Запрыгнуть сюда. И по идее я могу сюда зайти в хотел. А мы зайдем в хотел с вами. Ninja Hotel. Good girl. Так. Good girl of the from this. Hi, welcome to the 99 Hotel. Добро пожаловать в Ninja Hotel. The rooms are upstairs and мы можем. You're not allowed to rent a room out because you're not old enough. I don't know how old you are. Everybody... Окей, я понял, до свидания. Ninja Hotel. В комнату я могу заходить? Почему это фастбой? Почему это собака в маске Соника? Yippee, yahoo, I love myself some fastboy pal. Yep, that's my favorite. They actually colored his, they didn't color his legs, which really bothers me, I think. No, his arms. They colored his arms. Okay, so I'm the ultimate Fast Boy fan. Okay. Так, здесь мужик спит. Типа, не беспокой, да, как я понял? Окей, тогда нам на выход с вами, в принципе, да, паркур наверх. Я не знаю, насколько здесь хорошо про... И мы это, в принципе, с вами сейчас узнаем. Так как у нас без вариантов. Но мне кажется, будет очень плохо, если я упаду. Если эти шарики лопнут, будет еще хуже.
Хотя я могу на крышах любого, по идее, любое здание запрыгнуть. Yeah, I'm working. Так, это I'm construction самое. Work. Please leave me alone. Это ж чё, мой нес или пиво слишком мы? Так, подожди. Он слишком много шагов вперед делает. Жалко, что тут нету сейва, если я вдруг сорвусь, это будет плохо. Это будет плохо. Не, серьезно. Это что, металлист? Так, ладно, давайте осторожно, чтобы не сорваться. Может в озере... Ой, там кто-то, слушайте, в озере тонет. Ему нужна помощь. Так, ну только как мы туда ему поможем, если там невидимая стена. Вау. Чуть не упал. Металлист. Бля. Вызвался. Окей. Так, ну нам сюда только. Вот это будет, наверное, немножко сложновато. Хотя нет. Я ж паркур-мастер, да? Поэтому у нас сложности с этим не возникло. Отправляемся на небо. Так-то точно ничего нету секретного? Где-то здесь, там. Так, я могу, в принципе, сюда вниз спрыгнуть, но я потом... А, не, я сюда не могу спрыгнуть. Так, а теперь мне нужно как-то под облачкам пойти на небо за хлебом. Тут очень высоко. Сука! И все же заново начинать. Вот это я ожидал. Понимаете, его еще шатает, когда он бегает. Ну, типа, паркур несложный. Ну, я не рассчитал, я не думал, что там нужно именно с бега. Мана. А вот если я между бы упал вот, вот этими хернями, что было бы интересно? Вот. Вам нужно отсюда вот посмотреть, есть ли там что-то. Там ровным счетом нету ничего. Ладно. Тихо. Вот его очень сильно дергает, и вот это вот довольно опасно. Я могу на бургер прыгнуть. Так, осторожно. Так, я застрял. Так, хорошо. Ну, в принципе, сюда недолго лезть, на самом-то деле. Ну, блин, но все равно паркур. Тут ни чекпоинтов, ничего такого. О, ладно. Нет, тут нужно только сбега, ребят. Есть шанс упасть. Тут жопу разорвет сразу, если упасть. Особенно на финале. Welcome to... Ага, теперь мы, короче, тогда спускались с вами в ад за хлебушком. Теперь мы спускаемся, даже сказать, поднимаемся в рай за хлебушком. Да, мы поднимаемся в рай за хлебушком. Типа... Здорово, ты хочешь хлеба? Я защитник хлебных небес. Lost Angel. Так, последний ангел. Not you, silly. Yeah, so, I'm a lost angel. Welcome to, almost, afterlife. You can see over there that there's a,
There was the afterlife that I was kicked out of, I guess, for some reason. Thank you for climbing all the way up here just to hear this, because it was pointless. I'm sorry, but it was kind of pointless. So thank you. Bye. В смысле, а как мне туда попасть? Как мне пойти туда попасть, парень? Мне типа разбиться надо? Или что? Окей, я выпрыгнул за уровень. Ну, ребят, я за уровнем хожу. А как, я иного пути не вижу, как мне забраться наверх? Ну, в плане забраться туда. Где хлеб? На вот то облачко вот туда попасть никак нельзя. Так, ну я думаю, забраться я смогу обратно. Давайте думать тогда. Как мне попасть в тот магазин? Я думал, меня изначально ангел туда отправит, но нифига. Есть идея спрыгнуть здесь. Мне кажется, если я сейчас выпрыгну, то я выпрыгну с концами. Ну, в принципе, ладно. Я не знаю тогда, как это все делается. Ну, мы с вами упали в бездну. Хлебушек мы не получили, окей. Давайте сделаем таким вот образом. Я закончу серию на этом вот. Но я, если что, присоединю концовочку. Ну, если, конечно, я смогу попасть к хлебу. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Комментируйте и до следующей встречи. Если я пойму, как туда забраться, то смотрите продолжение. Короче, смотрите, что еще нашел. Я немного еще подъехал. Оказывается, туда нужно было пройти, чтобы просто сказать, где все находится, то, что я ищу. Есть проход на речку здесь. А не, походу не то, нет, и он счастлив. Короче, на дороге я заметил кое-что странное. Я иду такой, смотрю, ничего не вижу, да? Пошел в эту сторону, где была девчонка, ну типа обошел озеро. И нашел вот это вот. Down to the server. Я нажал, и я телепортируюсь. В канализацию. Мужик-мутант нормально бухает соду. У него все хорошо. Ладно, ну это очередной. Походу паркур был тяжелее, это туда на небо отправиться. Здесь паркур из себя почти ничего не представляет сложного. Это туда. Огонь, можно руки погреть. Так, totally not a secret ship. Rocket. Ни хрена себе. Подожди, это хлеб? Так, давайте смотреть. Это, походу, что-то. Так, мы берем хлеб, умираем. Ангел. Взлетаем наверх. И что-то. Короче, как я понимаю, если мы возьмем этот хлеб, мы умрем.
Это хлеб? Это хлеб Мистериус. Это мистический хлеб с чем-то, плесенью. Так. Вы такие недовольные. Чё за бред? Я хлеба хотел. Welcome, Johnny. Добро пожаловать, Джонни. Step forth, and may your judgment commence. С прибытием. Сейчас такое все расплывчивое. Так, ангелы. Welcome to the afterlife. Это нечистская жизнь. Come to judgment. I'm glad you decided to commence your judgment. I bet you'd like to know what happened. The look on your face tells me so. Well, what happened was... you ate the ancient bread that was carried down from generations of evil worshippers. Who were determined to take me down. Some way, somehow. That bread was the only thing left. Because everyone who was part of it was decimated by... Oh, you just want to know who took your bread last night. Huh. Well, you left your window unlocked and let a wild raccoon in. Now, Johnny, I'm sorry, but right now I can't have you here. You ate demon bread. I'm gonna have to send you down into heck. Devil Dude won't touch you because you ate that bread. You're invincible. Also, your breath smells really, really bad. Okay, Johnny. Are you ready to proceed? Well, I didn't hear a no. Bye-bye! Это чё звук? Свиньи у этого? Из Майнкрафта? А чё этот лава из Майнкрафта делает? О, снова призраки. Так, короче. Он говорит, что жарить хлеб это что-то дурное. Что белый хлеб становится черным, и в таком духе ты отправляешься к черту. Спик, говорите. О, привет. Welcome to Heck. Ну, добро пожаловать в ад. The big guy sent you down, huh? Здесь плохие парни. И, must have been for a good reason. What'd you do? И я даже не знаю, что с собой делать. Дать. Ты что-то хотел? О! Что это? Ого! Это что? Хлеб? А, я знаю, что это. Хорошо. Пожалуйста, но... Почему ты именно пришел ко мне? Я понял, ты хотел пожарить хлеба. Ты действительный хлебник. Вот, возьми хлеб. И просто убирайся. Я больше не могу этого терпеть. Окей. Мы... Есть! Блин. Окей. Теперь у нас с вами холодильник хлеба. Братья. Давайте посмотрим. Ну, смотрите. В принципе, изменения
есть, и они большие. Первое, это есть, наблюдается 3D модели. Есть более обширная карта, добавлено 3 здания, в которые мы можем зайти. Есть, ну, понятное дело, отсылки на его же игры, предыдущие, которые были. А также здесь у нас наблюдаются диалоги. Именно озвученные диалоги. Также присутствуют до анимации. Большая разновидность локаций. Небо от канализации, дом, улица. Есть довольно прикольные моменты. Смешные. Но это такое. Обширился сюжет. Ну, в принципе, как-то так, ребята. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых трешаков. Всем пока.